Поддержание традиций делает человека звеном цепи поколений, выражает его пребывание в историческом времени, соединяющем прошлое и будущее. И вместе с тем, поддержание традиций – это не только сохранение пепла, но и раздувание огня, то есть приумножение исторического опыта своего народа на пути к совершенству. 27 сентября курсанты военно-исторического клуба «Пограничник» из школы номер 26 города Орла осуществили приемку поста номер 1 у предыдущей школы, которая несла почетный караул возле вечного огня в сквере танкистов. Сначала юные пограничники прошли слаженным строем по скверу и обошли вокруг танка Т-34, расположенного на постаменте в одном из наиболее священных мест нашего города. Такой танк из состава 17-й гвардейской танковой бригады одним из первых ворвался в Орел во время его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в период знаменательной битвы на Орловско-Курской дуге в начале августа 1943 года. Юных пограничников из 26-й школы города Орла приветствовала дюжина членов Орловской региональной организации ветеранов пограничных войск, специально пришедших поддержать свою достойную смену и вдохновить их на очень важное и благородное дело – сохранить память о героях, благодаря подвигу которых мы сегодня живем и можем строить свое будущее. На месте! Прямо! Правление направо! Нам Родина дала такое право беречь ее границы, труд и сны. И мы не посрамим былую славу, ведь мы отчизны верные сыны. И вновь по границе наряды уходя сквозь снег и туман. Фуражка зеленая, слава, ты нашей судьбы талисман. Фуражка зеленая, слава, ты нашей судьбы талисман. И в праздники, и в будни, днем и ночью границу бережем от тех врагов, кто в этой жизни мирно жить не хочет и на любые подлости готов. И вновь по границе наряды уходят сквозь снег и туман. Фуражка зеленая, слава, ты нашей судьбы талисман. Ура! 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 Вокруг все знают, и кого не спросишь, ответят вам крылатые слова. Быть пограничником не просто служба, быть пограничником счастливая судьба. С юноармейцами 26-й школы был проведен специальный инструктаж относительно поведения во время несения караула и в случае чрезвычайных ситуаций. Его провел заместитель начальника поста номер 1 капитан Михайлов. В обязанности юнармейца записано соблюдать этикет по отношению к окружающим. Псих это или какой-то ненормальный там, или хамло. Вы по отношению к нему соблюдаете этикет. Если будет вызвана милиция и будет узнано, что вы там в ответ тоже его оскорбляли, еще что-то,
вынесли службу, вы окажетесь в невыгодном положении. Все ситуации, любые, малейшие замечания, все сообщать сюда руководству поста. Равнять. Смирно. Товарищ капитан, эвакуация школы номер 26 произведена. Караул в полном составе. Вольно. Вольно. Вопросы есть? Отец Вячеслав из Вятского посада в сопровождении алтарнослужащего храма Михаила, ветерана морчастей погранвойск, благословил ребят и девчонок на благое дело и провел молебен за здравие всех присутствующих. Отче наш, иже и сила небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Приидите поклониться Цареве нашему Богу. Со страхом и трепетом своего спасения. Он также зачитал молитву от всем известного старца Илия Ноздрина с благословением наших юных пограничников. Спаси нас, Боже праведный, всех вместе, отврати лице Твое грех наших общих и личных, и отдай нам обратно наше богатство России, обрати врагов наших спять. Аминь. Они также напомнили, что многие российские воины и полководцы впоследствии стали святыми. Это благоверный князь Александр Невский, адмирал Ушаков, богатырь Илья Муромец, день памяти которого почитается в пограничных войсках нашей страны. Он считается небесным покровителем пограничников. Желаю вам, чтобы еще раз говорю, достойно, длинно, хотите связать, да, как-то свою дальнейшую, как бы, свою жизнь с погранвойсками. Вот, пусть у вас у всех все получится. Вот, храни вас Христос, и главное, чтобы все с Богом. Будьте здоровы, будьте счастливы. Вот, вы настоящие наше будущее. Вот, мы вас поздравляем, что вы вот так молодцы, запросто все здесь вот собрались. Все. Батюшка благословляет. Благословение Господне на вас, то благодать человеку всегда на ней присно и во веки веков. Аминь. Начальник штаба военно-исторического клуба «Пограничник» Татьяна Тугова, являющаяся начальником караула, и ее заместитель Рита Мазалевская кропотливо и внимательно приняли по описи все имущество поста номер один у юнармейцев, стоявших у вечного огня до этого. Им помогал в этом начальник поста номер один майор Рассоха. За последние там больше, чем полгода, все выходят на хороший приличный результат, поэтому как вы сегодня там скверики промаршировали, так должны службы пронести. Всем успехов! В конце приемки руководитель военно-исторического клуба «Пограничник», член правления Орловской ветеранской организации «Пограничник», подполковник Шипунов и председатель правления Орловской региональной организации ветеранов погранвойск Алексеев выступили перед курсантами. Так точно, цель вижу. Идем к этой цели, да? Достойно нести почетную вахту памяти на посту номер один в городе Орле. Сегодня вы лицо школы, вы лицо пограничников. Ребятки, мы с вами уже работаем на протяжении года, да? В прошлом году мы были с вами. Я что хочу сказать? На сегодняшний момент лицо вашей школы и ваше лицо поднялось на очень много уровней вверх. Если мы так дальше будем работать с вами, то я считаю, что равных не будет в городе Орле среди вас. И пограничники будут действительно элитой. Вот. Так что давайте трудиться, еще раз трудиться. То, что мы прошли с вами, подшивание, маширование и все прочее, теперь сейчас вы покажете результат своего труда, своей учебы. И вы должны максимально собраться в кулак и показать, на что вы способны. Мы чем сможем, вам будем помогать. Вперед, ребята! Храните на танке!
30 сентября военно-исторический клуб «Пограничник», школа номер 26 города Орла, официально заступит на дежурство у Вечного огня. Вахта продлится до 4 октября. Надеемся, что наши юные пограничники не ударят в грязь лицом и достойно выполнят поставленные задачи. Они должны помнить, что во время их службы на них будут смотреть не только граждане и гости нашего города, но на них будут взирать с небес герои, отдавшие жизнь во имя спасения нашей Родины и свободы нашего народа. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Мам!